Такая вот красотка набирает только цветоносы. Цветочкам вот буквально по пару дней. Это далеко не все. Не вся та красота, которая будет. У литуаники цветочки открываются всегда вот такими простенькими. Но с каждым днем цветочки как будто зреют. И они обязательно будут увеличиваться, они будут вот из ниоткуда появляться, и появляться еще больше из центра будет лепестков. Вот там не видно тычинок, вот, потому что там еще очень много-много запаковано, как вот пион, да, лепестков. И когда цветочки дозревают, они получаются очень красивые, махровые, ни на кого из фиалочек не похожие. Сейчас цвет холодный, такой розовый, потом цвет приобретает такой теплый, немножко, не знаю, не морковный, а такой немножко персиковый оттенок. Цветоносов в этот раз очень много. Есть очень интересный цветонос, вот такой, во-первых, он толще остальных, и на нем детка. И вот эта детка уже сама тоже имеет цветоносики. Вот такое роскошное растение, и оно уже имеет нового хозяина, новую мамочку. Поедет дарить свою красоту и любовь. Любовь к жизни. Что еще есть у цветов? Наверное, ничего больше. А ничего больше и не нужно. Литуаника. Je suis seule ce soir avec ma peine. J'ai perdu l'espoir de ton retour. Et pourtant